Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Магические зелья 2. Поехали, у нас с вами уровень 14. Так, улучшение, погоди-ка секунду, давай посмотрим. У нас с вами почти 1000 монет, и я могу что-нибудь себе улучшить. Так, полка 970, не хватает немножечко. Корзина, не хочу. Так, пробки, ленточки тут уже, мусорка. Слушай, давай, наверное, мы с тобой корзину пробок улучшим, да? Однажды Лина сказала вставить пробку, и вы так и сделали, вы положили туда все пробки. Так, время восстановления уменьшается, и 10 штук у нас будет вместо 5. Отлично. У нас еще 600 монет. Мы можем, знаешь, что сделать? Так, эссенцию желтую давай сделаем, наверное, да? Дает пользователю временное повышение скорости. Очень распространено среди путешественников на длинные дистанции. Так, еще 151 монета, но этого, ребята, мало. Мы ничего с вами уже не сможем улучшить. Поэтому давай-ка работников посмотрим. Так, у нас в данный момент работает Лиззи. А могу я, например, взять Мурадина или нет? Мастерство запасов, менеджер запасов и последняя цена. Ладно, посмотрим, может быть, можно будет. Так, вначале пойдемте с вами проходить уровень. Ага, вот, вот сюда я могу, наверное, поставить. А доктор кто? А что же ты делаешь у нас, доктор кто? Можно узнать. Так, у него мастерство терпения, мастерство времени и плюс комбо. После посещения 14 миллионов миров, доктор Кто решил, что помощь вам — это единственный способ спасти вселенную. Кстати, ребята, это отсылка на кого? Вы поняли? Я думаю, что вы все поняли. Кто у нас может посещать миры? Причем такое количество. Так, ну что же, я думаю, что сгодится на первое время. Если нам он не понравится, мы возьмем с вами Мурадина. Да? Да. Так что, ребятушки, играть. Ну, боже мой, ленточки на бутылочках с зельем. Что тут происходит? Ну, некоторые клиенты просили их. Почему ты опять покрылась испариной, Лира? Ладно, ладно, ты меня подловил. Это была я, понятно. Я хотела ленточки на зельях. Ага, полегче. Мне кажется, это неплохая идея. Ты тоже так считаешь, Рэй? Ну, честно говоря, да. Я тоже так считаю, это будет очень красиво. И думаю, что будут клиенты с удовольствием это брать. И использую ленточки для украшения своих зелий. В отличие от закупоренных бутылок, ты можешь наливать эссенцию в украшенные бутылки. Все, я понял. Так, давайте сразу все с вами здесь сделаем. Так, стаканы выставляем. Нужна ему синяя эссенция, да? Что-то она так долго у нас копится. С ленточкой. Лови. Так, красная эссенция, да, с ленточкой опять же. И рыбка. Ёлки-палки, вот же рыбка. Ох, вот здесь вот нужна оранжевая. Ёлки-палки, я не то сделал, ребята. Оранжевая, она же делается вот так вот. Ага. Так, и зеленая ему нужна. Тут я опять оранжевую сделал. Так, ладно, дадим сюда рыбку. Так, ёлки-палки, ребят, я растерялся. Я растерялся и начинаю ерунду уже делать. Так, тут нужна коричневая, да? По-моему, она так делается. И синяя сюда нужна, да? Или я ошибаюсь? Да, все правильно. Так, теперь нужна зеленая. Лови, парень. Блин, пробку ему нужно. Да не злись ты. Давно не играл, разучился немножко. Мастерство, так сказать, потерял. Стаканы. Конечно же, стаканы нужны. Так, держи. Так, тебе рыбка. Тебе нужна рыбка. И, как я понимаю, синяя эссенция. Лови. Так, деньги отдайте, пожалуйста. А здесь нужна оранжевая, да? Лови, парень. Хеллоу, хеллоу. Дай-ка я вот сюда вот на всякий случай поставлю. Значит, нужен желтый напиток. Лови. Желтая эссенция закончилась. Фиолетовая, да? Тоже с бантиком. Лови, парень. Теперь нам нужна, что, желтая эссенция.
На. И еще такая же, только с пробкой. Так, тебе рыбка. И что ему нужно? Ему нужна черная эссенция. Так, пока ему рыбку дам. А, у меня же... Думаю, почему клиентов нету? Деньги-то... Что еще? А, пробка. Из-за пробки все. Ну, друзья мои, на 3 звездочки мы с вами успели. Все-таки доктор Кто мне в этом случае помог. Он все-таки дает дополнительное, как это сказать, терпение моим клиентам. Потому что иначе я бы уже давно-давно сфейлился. И мы можем с вами улучшить количество монет. То есть поправить наше материальное положение. Разблокировано. Это кто у нас? Леди Ниндия. Женщина-человек-бармен. Удвоитель зелья. Мастерство эссенции. И раздатчик эссенции. Слушай, ну это прикольно, ребят. На самом деле, что нужно для того, чтобы ее открыть? Нам нужно открыть ячейку, да? А это находится вот здесь вот. Так, это у нас все уровни. Вау-вау-вау-вау, это столько вот уровней, чтобы пройти только первую локацию. Господи, а их тут много на самом деле будет. Очень много. Но пока мы с вами... Ой-ой-ой, как я вот здесь вот умудрился на 1 звезду. А, это у нас 10 уровень был, да, сложный. Кстати, у меня сейчас будет такой же 15-й сложный уровень. Нам нужно как-то с вами держаться. Так, ну что, давай, наверное, ванночку... А, ванночку я не могу улучшить. Во, вот здесь могу. Синюю улучшим, да? 6 порций вместо 3, это уже хорошо. И все, денег больше у меня ни на что не хватит. Хотя нет, могу насос улучшить. До 2 уровня. Прекрасно. Ну что, друзья мои, отправляемся на 15 уровень. Улучшить ваш алтарь нужно, да? Улучшение. А чтобы алтарь улучшить... Нужно 36 гемов, а у меня только 7. Да, не скоро это все будет. Совсем не скоро, поэтому давайте играть. Уровень 15. Цели. Цели мне понятны. Давай сразу все это выставлять. Так, синяя эссенция с пробкой. Лови, плюс рыбка. Также нужны оранжевые эссенции, да? С бантиком. Лови. Так. Нужна зеленая эссенция. Зеленая. С бантиком ей подавай, видите ли. 3 рыбки. 3 рыбки. Так. Да, я понял тебя, парень. Тебе нужна черная эссенция. Держи. Еще одна такая же нужна эссенция. Вот этой дамочки. Держи рыбку. Так, что тебе нужно? Пробку. Пробку и просто синюю эссенцию. Держи. Так, здесь нужна рыбка. Плюс красная эссенция. Так, держи. Так, дальше нам нужна зеленая. Зеленую я тебе дам. Так, желтая нужна эссенция. Желтая. Так, и... С пробкой. Держи. Так, желтая. Давай баночки быстрее достаем. А, желтая и оранжевая еще. Хорошо. Блин, зеленая. Кому зеленую? Зачем я зеленую взял? Господи, ребят, я забыл все цвета. Твою же налево, а. Я забыл, как оранжевая делается. Ты прикинь? Да почему зеленое это все? Ой, ребята. Ой, фейл. Вот это я просто растерялся, ты представляешь? Да я понял, что оранжевое дело... Просто псих... Прикинь, просто психанули. Вот это я сглупил. Зачем я оранжевое... А, она уже ушла, все, я понял. Вот это было... Фейлово с моей стороны, друзья мои. По полной программе я тут лопухнулся. Так, красная, да? Держи красные. Держи себе, тебе синие еще. Этой нужно с пробкой, да? Держи. Так, оранжевая с бантиком.
Зачем я зеленый это все делаю? Господи. На, не злись только, не злись. Я просто запарился. Я сегодня, видимо, не выспался с утра, поэтому вот так вот все получается. Я просто иногда туплю. Оранжевый с бантиком тебе нужен, на. Ребят, в любом случае, по-моему, у меня не вышло ничего. Получил я всего 2 звезды. Нет, уровень считается как бы пройденным. Но меня это не красит на самом деле. Так, такое количество монет я не хочу улучшать. Я лучше сделаю, когда будет нормальный у нас доход. Хотел сказать, что скоро новый уровень, но не тут-то было. До уровня нам еще как до Китая раком. Так, получаем маленечко монет с вами. Это квест по продажам я сделал. Так, ну что, 16 уровень. Я не знаю, может быть, нам потом, конечно, надо будет переиграть некоторые моменты. Я просто хочу, чтобы все уровни были на 3 звездочки у меня. Так, уровень 16. Ничего не должно сгореть. Ну, у меня с этим дело совсем хорошо. Пожалуйста, подождите. О, нет. Этот клиент, похоже, в ярости. Тебе стоит подать одну из этих аппетитных хихикающих ягод. Да? Так-то лучше. Подавай закуски, чтобы клиенты могли ждать дольше и дать больше чаевых. Только убедись, что запасы пополнены до отказа магазина. Теперь нам легче делать клиентов счастливыми и взамен получать сердца. Вперед, ты молодец. Что-то, ребята, новенькое мы тут с вами можем теперь делать. Ягодки хихикающие, понимаешь? Так, всем нужны почему-то черные напитки. Так, ну этот первый у нас пришел, да? Так, здесь нужна пробка. Держи. Так, забираем чаевые. Так, раз, два, три. С бантиком. Так, тебе 2 рыбки. Синий коктейль. Отлично. Так, желтая. С бантиком. Также желтая без бантика. Так, деньги я заберу. И красный коктейль. Смотри-ка. Так, я вижу. Нужен черный коктейльчик. Так, запускаем. Жареная рыба, я про рыбу забыл, друзья мои. Так, еще один черный коктейльчик нужен, да? Раз, два. Вам по рыбке, девчата. Тебе нужен коктейль с пробкой. Угу. Так, давай-ка, что тут нужно? Нужно по рыбке. Блин, желтый, красный с бантиком. Лови. Блин, желтый просто без бантика. Так, рыбку лови. И ему нужен еще черный коктейль, да? Это смесь всех коктейлей. С пробкой, конечно же. Слушай, ну, вроде как неплохо, ребята. Так, Айон пришла. Держи свой коктейльчик. Так, держи свой коктейльчик. Что ей нужно еще? Синий коктейль. Синий коктейль с бантиком. Так, здесь рыбка. Оранжевый. Да елки-палки, это не оранжевый. Оранжевый делается вот так вот у нас. С крышкой, естественно. Так, еще один оранжевый. Так, на ягодку. Да, действительно, ребята, ягодка увеличивает терпение. На, мадам. По-моему, я справился с этим заданием на отлично. Да? Да, 3 звездочки. Как с куста. Вот это совсем другой разговор. И, соответственно, вот эти вот монетки можно улучшить. Оу, у меня доктор кто получил уровень. Мастерство терпения 7-го левла, да? Это круто. Так, 179, да, монет. Еще дополнительные награды. Ну что, сколько у нас? 1108 монет. Ну, давай, наверное, мы с вами что-нибудь на этот раз улучшим. Можно купить мебель маленечко. Слушай, а колодец что интересно дает? Производительность 20 в час, вместимость соточка. Время до заполнения. Так, люди выцарапывают свои имена на монетках, чтобы боги не перепутали и не благословили кого-нибудь другого. Что-то странненькое, да? Колодец удачи. Куст. А, куст дает нам ягоды вот эти вот хихикающие. Вывеска. Бонус комбо. Угу. Так, прилавок. Время комбо тоже увеличивает. Освещение. Мебель.
Бонус за терпение. Слушай, удобно и крепкое, и сделано на любой вкус и размер. Давай, наверное, сделаем. А то у нас мебели вообще с вами не было. Так, я могу еще улучшить, но посмотрим, что тут еще можно сделать. Хм. Слушай, а что дает крыша? А, максимальная комбо до 5 увеличивается. А освещение? Ух ты, дополнительное время. С 5 секунд до 10. Отрицайте свою природу и заработайте даже после захода солнца. Давай, наверное, улучшим. Дополнительное время нам никогда не помешает. Ну, пока и все. Поехали на миссию очередную. Получается, это 17-й, да, уровень у нас. 17-й уровень, кстати. Скоро девчуля у меня получит 3-й левел. Я, правда, не знаю, что этот уровень нам дает. Именно повышение у наших помощников. Лира у нас хихикает. Еле сдерживает смех, подумал Ноум. Ха-ха, хихикающие ягоды. Лучшее начало дня. О, Рэй, присоединяйся к нам, эти ягоды просто взрыв мозга. Я бы не отказалась от еще одной порции. И если нам хватит ягод для клиентов, мы не хотим, чтобы они стали ворчливыми, пока ждут. Это надо было говорить в прошлой миссии. Не позволь ни одному клиенту уйти разочарованным. Используй хихикающие ягоды, если не успеваешь. Это я уже понял, что вы мне говорите-то сейчас. Нам нужно, кстати, жаровню приоткрыть, чтобы у нас была третья возможность жарить рыбку. Так, держи. Лови, парнишка. Коктейльчик, да в легкую. Так, тебе что? Тебе желтый коктейль с бантиком. Изыски. Так, а тебе, парнишка, нужен оранжевый коктейльчик, да? С пробочкой еще к тому же. Ну, на. Так, а тебе, я смотрю, фиолетовый с пробочкой. Держи, вместе с рыбкой. Так, тебе зеленый. Кто бы сомневался. Так, подожди-ка. Вот так вот. Ну, я вижу, красотка, ты у нас прям вся в изысках. Так, что ей нужно? Ей ничего не нужно, так вот. Так, значит, тут красный, синий и желтый. Все цвета радуги. Лови. Так, монетки забираем. Тебе нужна рыбка. А этой, блин, стакан. Этой нужен оранжевый. С бантиком. На. Так, что тебе нужен? Так, такой черный. Подожди, ребята, у меня копятся баночки. Так, значит, фиолетовый с бантиком. Лови. Здесь нужен зеленый. Ой, я сделал оранжевый. Так. Да подожди ты плакать. Начинает сразу. Блин, да что я делаю-то? Зеленый. На. Надо было, блин, ягодку едать. Чтобы повеселить-то ее. Так, держи. Так, банки. Все время забываю банки, ребята. Так, смотрим. Здесь нужен синий и красный коктейль. Здесь нам нужен просто красный. Держи, ягодку лопни пока. Так, вроде бы, ребята, все хорошо, да, у нас? Один клиент все-таки ушел у нас разочарованный. Не знаю, скажется ли это как-то на мне. Посмотрим сейчас. Так, ему нужен зеленый, да? И синий. На. Посмотрим, ребята. По-моему, все-таки сфейлился я на одном клиенте. Ну-ка. Нет, смотри-ка, все удачно получилось. Но ведь, по-моему, он грустный. Или, может быть, он... Понял я, ребят. Он должен был вообще уйти в гневе, да? Вот тогда бы я проиграл бы. А то, что он немножко взгрустнул, это еще ничего страшного. Мастерство драконов 24% увеличивается. Так, монетки. Ну, давай удвоим. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, пойдем сразу же с вами на 18 уровень. Кстати, вот это вот число мне не очень нравится. 666 по монеткам. Улучшать ничего не будем. Прикиньте, звездочки повернулись ко мне задом.
Я только сейчас на это обратил внимание. Уровень 18. Цели. 12 клиентов обслужить, да, чтобы они были довольны. Сразу начинаем выставлять. Так, ему нужна рыбка и коктейльчик, да, синий. С бантиком и с пробкой. Удивительно. Так, синий коктейльчик с баночкой. Ой, с баночкой. С пробкой и с ленточкой. Так, здесь начинает меня путать, да? Я же вижу, что вы хотите меня запудрить здесь. Так, красный. Давай, вот тебе красный. И два желтых ты хочешь. Держи два желтых, тебе рыбка. Тебе нужна рыбка и синий коктейль. Hello, красавица. Так, нам нужен синий коктейль, нам нужен красный коктейль. Так, так. Лови. Блин, банки закончились. Пока сделаем красный с пробкой. Дальше. Красный еще с пробкой. Ну на. Так, ты ягодку лови, пока не взгрустнул у меня. Синий простой, да? И оранжевый. И оранжевый ему с пробкой, да еще и с бантиком, господи. Так, это и рыбка нужна. Так, что нам нужно? Зеленый сделать с вами коктейль. Зеленый, блин, сказал же, зеленый коктейль. С пробкой и с бантиком. На, держи. Здесь нам нужен фиолетовый с бантиком. С бантиком, да? И черный. Так, тебе пока такой. Желтый. Так, не грусти. Я же... Почему и... Раз, два, три. Так, пробку. Так, деньги я понял. Так, что нам нужно? Нам нужен красный коктейль. Держи, синий коктейль. Держи. Вроде бы пока справляюсь. Пока, друзья мои, справляюсь. Две рыбки нужно пожарить. Сейчас мы их сделаем. Раз и два. Успел, да, друзья мои? 16 клиентов успел обслужить, а нужно было 12. Фух, на 3 звездочки, как с куста. Так, неплохо опыта мы наполучали. И хотел я себе улучшить. Улучшить жаровню. Там, где у нас с вами готовится рыбка. Это где у нас делается? Так, по-моему, здесь, да? Нет, вот, гриль. Именно гриль мне нужен. Отлично. 3 места готовки вместо 2. И 368 монет остается. Да, естественно, мы сделаем еще одного дракончика. Чтобы, как говорится, и место было, да, и дракончики были, которые могли бы это все готовить. Я получил новый уровень, 4-й. Так, мне дали 10 гемов плюс 300 монет. Слушай, это неплохо. Я, наверное, могу что-то еще себе, да, прикупить. Гриль максималка. Так, рыба-кинжал. А что рыба-кинжал дает? А, цену. Цену увеличивает, да, за каждую порцию. Ленточки. Ягодки что дают нам? Максимальный запас 100. Терпение. Ага, терпение на 20 секунд увеличивается. И бонус благодарности на 70%. Слушай, ну это улучшается у нас именно за гемы. Популярное, но дорогое времяпровождение для заскучавшей знати. Также помогает людям побороть депрессию. Заполнить... А, запасы еще и кончаются, оказывается. А я их налево и направо раздаю. Вот я... Господи, если бы я знал. Ну что, ребята, здесь у нас... Здесь у нас ничего нету. Кстати, я выполнил задание, а некоторые, поэтому стоит получить свои бонусы. Где-то еще одно задание сделано, да? Смотрите, одно. Вот. Так, 618 монет, это уже хорошо. За эти деньги я могу себе что-то улучшить. Так, давай посмотрим по предметам. У меня, кстати, вот, красная эссенция. Давайте улучшим. Отлично. И пока все. Ну что, ребята, пойдемте с вами на 19-ю миссию. Очень не терпится. Так, цели. Клиенты, награды, ну-ка посмотрим. Что это означает вообще? 19 уровень. Ничего не должно сгореть. Постараемся. Так, рыбка. Я понял тебя, мадам. Сейчас мы все это сделаем. Лови. Лови.
Так, синий коктейльчик, да, тебе нужен? Раз, два, три. Так, главное не забывать про монетки. И про стаканчики, конечно же. Так, ему нужно и так, и так. Прям с изысками, с такими. Так, две рыбки тебе нужно, держи. И желтый коктейльчик с пробкой. На. Так, это и нужен черный коктейль. С бантиком, с пробкой, все дела. Этому нужны два желтых коктейля. Один с бантиком. Лови. Так, закончились стаканы. Оранжевый коктейль. Оранжевый. Держи. Так, рыбка. Так, держи пока рыбку. Зеленый делать коктейль. Давай сделаем зеленый. Обычный, да? Понял. Так, здесь нужна рыбка. И фиолетовый коктейль с пробкой. Держи. Тут нужен желтый. Да еще и с крышкой, да еще и с бантиком. Вот, да елки-палки. Вот, да ладно. Так, черный коктейль. Фиолетовый коктейль. Фиолетовый сюда, черный сюда. Так, держи ягодку, я знаю, что ты сейчас будешь плакать. А мне это не нужно. Лови синий с пробкой. На. Так, ладно, на всякий случай. Стакан закончились. Значит, фиолетовый просто, да? И оранжевый тебе просто. Оранжевый, да? Сейчас. Так, тебе пока рыбку дам. Так, оранжевый. Оранжевый обычный и оранжевый с пробочкой. На. По-моему, у меня все получилось, да? Получается пока еще, ребят. Магазин к закрытию идет. Последние, видимо, клиенты. Нужен зеленый коктейль, просят. А зеленый с пробкой, с бантиком. А этой нужен фиолетовый и желтый. И все это... Нет, не все. Один обычный фиолетовый. И желтый с бантиком. По-моему, я справился на 100%, друзья мои. Все клиенты ушли довольны, и я сам доволен. 19 уровень завершен. Угу. Улучшаем свое состояние, конечно же. Так, сколько денежек? О, почти 90 монет. Точнее, не 90, а 900. 900 монет — это уже нормуль. Так, давай-ка посмотрим. Ты представляешь, чтобы улучшить красную эссенцию, нам нужно будет с вами и деньги, и уже гемы. Да. Стол по максимуму. Желтый насос. Дракончики. Так, корзина. Корзину нужно увеличить. А то слишком как-то быстро у нас заканчивается там рыбка. Еще 400 монет. Корзина для бантиков. Давай тоже улучшим. Все. Прекрасно. Предлагаю продолжить миссии. И у нас 20-е. Слушай, по-моему, будет самое сложное сейчас, да? Смотри-ка, сколько тут всяких целей. Лимит времени 120 секунд. Ну и награда шикарная за это будет. Уровень 20. Не разочаруй клиентов. А я не успел прочитать. Так, подождите, пожалуйста. Этому клиенту нужно слоеное зелье. Хорошо, что мы заполнили ванночки заранее. Теперь достань бутылку для слоеного зелья. Потом заполни ее доверху с указанными эссенциями. Так, сначала красную, а потом желтую. Иначе никак. Если ты ошибешься, то можно воспользоваться мусоркой. Значит, вначале нужна ему красная, да, а потом желтая. Нам, ребята, усложняют задачи. Вы, надеюсь, поняли, да? Почему? Сейчас у нас просто, знаешь, как руки, как у Спайдермена, как у паука, елки-палки будут. Нужно будет и то, и пятое, и десятое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же я делаю-то? Уже пошли ошибки. Это волнение, друзья мои, это волнение. И еще и с бантиком подавай. Так, тебе нужна рыбка и синее зелье с пробкой. Ради бога. Так, желтое зелье с пробкой. На. Так, слоеное, значит, синее и красное. Держи. Так, здесь желтое. Ой-ой-ой, что я сделал?
Там нужно зеленое. Немножко лопухнулся. Ладно, ничего страшного, ребята. Так, желтые и синие. Стол нужно будет этот увеличивать однозначно, ребят. Вот этот вот. Так, здесь нужно... Ага, красное, отлично. Давай, красное с пробкой, да, тебе нужно? Все, шуруй. Так, а и он пришла ко мне. Давай. Ой, зачем? Господи. Ей же нужно оранжевое. Так, здесь две рыбки пока дам. Как же долго это все копится. Оранжевое. Так, красное и синее. Ой, тьфу ты. Желтое и красное, оранжевое же. Ё-моё. Так, фиолетовое с бантиком ей. На. А здесь нужно два красных составляющих. Так, ей рыбку отдадим. Держи. Это я все забираю. И зеленый коктейль. Мне повезло, что он у меня был. Так, оранжевое, да? Пойло тебе нужно с пробкой, еще и с бантиком. И синий тоже тебе с бантиком. Ты прям гурман какой-то. Последняя бутылка. Так, значит, синяя эссенция и желтая с пробкой. На. Тут нужно желтая с пробкой. Держи. Так, с пробкой, да? На. Фу, я вроде справился, друзья мои. Это просто у меня еще мало заказывали вот эти вот баночки с эссенциями, да? Которые у нас многослойные идут. Фух, ну мне и так хватило, поверь мне. Ну что, друзья мои, сейчас посмотрим, сколько мы с вами заработаем. Маловато. 486 монет всего лишь-то. Но у нас, по-моему, здесь что-то выполнено, смотрите-ка. Какое-то задание. Ага, ну теперь уже деньжат хватит на что-то существенное. Давай зайдем в магазин и посмотрим. Именно в предметы. Красную ванночку могу взять. Так, я хотел, знаешь, что улучшить? Стол, вот этот стол нам нужен, друзья мои. Для бутылок многослоек. Так назовем их. 436. Полка. Ага, это с баночками. Ну, мне не хватает маленечко. Мне не хватает маленечко, так что можем с тобой взять что? Хм, ничего. Ничего, к сожалению, нам. Хотя написано, что что-то можем мы все-таки с вами приобрести. Ну, я не вижу. Гриль по максимуму. Здесь по максимуму все. Нету ничего. Они заблуждаются, наверное. Ну что, давайте, ребят, наверное, на дорожку еще один уровень с вами пройдем по-быстренькому, да, и будем закругляться. 21-я миссия. Я так понимаю, здесь их всего 30. На первой карте, на первой территории. 21 уровень. Нельзя утилизировать предметы. Наш любимый соседский мусорщик в отпуске, поэтому не утилизируй предметы. Понял. Намек. Намек понял. Ну, что тебе нужно? Понял. Красный коктейльчик такой и желтый обычный. Это легко. Тебе нужен фиолетовый с пробкой. На изи. Так, тебе, модем, нужна рыбка, да? Я смотрю. Тебе нужен синий коктейль, красный. И все с пробками, и все с бантиками. Держи. Так, тебе рыбка и многослойка. Значит, синий и красный. Плюс крышка и бантик. На. Дамочке нужно две рыбки. Так, выставляем. И коктейльчик. Красный сим. Простой. На. Выгружаем, выгружаем. Так, фиолетовый. Фиолетовый с пробкой. На. Так, здесь нужен синий. Обычный. Синий. Так. Синий, я смотрю, с бантиком. Синий с бантиком. А здесь нужен, блин. Тут еще нужен и черный коктейль. Опять же с бантиком. Грустный какой-то пошел. Желтый с красным. Желтый с красным. Ёлки-палки, чуть было не лопухнулся. Два черных. Один обычный. И один с бантиком с пробкой. Держи. Синий слойный. На. Так, тебе нужна рыба. Раз, два, три. Так, желтый. С бантиком. Лови. Так, банка. Значит, синий. Так, ягодку дадим. Синий с желтым.
или с желтым. На, парень. Тут нужен красный. Дамочка, на тебе. Так, синий. С этой. На. Я обожаю, когда даю, надо вот просто... Где надо просто без всяких там погрешностей, без всяких пробок. Или где просто рыбку надо выдать. Самое прикольное, я считаю. Не надо особо заморачиваться. Так, три рыбки поджарим. Ну что ты? Сразу загрустила она мне. Оранжевый. На. Так, тебе три рыбы. Держи, чё ты. Фух, друзья мои, я успел. Ну, очень становится вот напряжение, я прям чувствую с каждым разом. Ну что же, 21 уровень я прошел. Я считаю, что довольно неплохо. Разблокировано. Ух ты. Это Джрик Гордый, мужчина-орк-бугай. Вышибала, охранник и взнос за защиту. Вышибала. Интересно. А что мне тут надо будет еще защиту, что ли, какую-то делать? Не знаю, ребята. Ну, наверное, мы попробуем с вами разобраться уже в следующей серии, что он будет нам давать. А на этом, пожалуй, все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!